Друзья, всем привет! Приветствую вас в мастерской своей. Сегодня у нас с вами вот такая вот коробочка. Давайте ее вскроем. Такое уже у нас на канале было. Но еще раз посмотрим. Эта модель у меня пойдет в продажу. Объявление увидите на Авито и в ВК в группе. Давайте смотреть, что пришло. Да, друзья, это Белуга 2.0. В прошлый раз была у нас вот такая вот красная. В этот раз, если честно, я не помню. Я уже забыл, какой заказывал. Всего бывает три цвета. Всего бывает три цвета: красная, серая, оранжевая. Какая вам больше нравится? Напишите. А мы давайте вскроем, переберемся на соседний столик и там посмотрим. Так, вот так вот она у нас лежит в коробочке. Очень много мусора. Инструкция, баллонник, ключики и цвет, видите, серенькая. Но она такая, знаете, как, может, просто так мне кажется, она какая-то вот серо-голубая. Ладно, сейчас достану и посмотрим поближе. В прошлый раз мы с вами что-то не успели посмотреть. Я думаю, в этот раз успеем все. Надо оторвать. Оторвал пленочку. И вот он какой у нас с вами красавчик. Я изначально заказывал в первый раз красную версию, потому что у него красные ангельские глазки. Вот. И мне почему-то хотелось, чтобы смотрелось все классно. Вот. Но я сейчас смотрю, и серый мне нравится больше. Вообще прям клевый такой. Прям ништяк. В общем, комплектация та же самая. Пульт управления, аккумулятор, зарядка. Инструкция и модель. Сейчас снова с вами мы ее откинем. Не забываем, что провода здесь прикреплены, салона нет. Вот так все там торчит. Так, скинули. Здесь вот везде свет, все проложено. На люстру отдельный модуль, но мы с вами это уже смотрели. Вот. Далее, что у нас здесь? Регулятор тот же самый, 1060, копия Hobby Wing. Ну, может быть, и не копия, может, оно и есть. VP1060. Вот. И проверяем. Ничего не изменилось. Как был люфт, так и остался. Вот. Аккумчик. 18650, литионный. На 3000 миллиампер. Это у нас на борту. Кнопка сзади включения. Сейчас мы с вами давайте еще раз включим. Поставим батареечки в аппаратуру. И посмотрим на его светотехнику. Которая, в принципе, очень даже симпатичная. Ну вот. Видите, вот красные ангельские глазки. Габариты, свет, поворотники, верхняя люстра. Он смотрится так прям клево, конечно. Цвет еще вот этого, прям знаете, он, ну, конечно, не фиолетовый, но он прям вот ближе к этой модели. Он такой серовато-голубоватый прям цвет. Ну, цвет голубоватый, конечно. Вот, что у нас сзади.
Ну, тут все стандартно. Поворотники. Так, и вспомним. Задний есть? Да, задний. Так, это у нас повышенный был. Нет. Так, кстати, надо тормоз двигателя включить, а то он очень шустренький. Так, и вспомним, значит, как управлять люстрой. Держим, по-моему, кнопку Light. Нет. А, не сетап. Забыл я. А, light. Все-таки не сетап, а light. Два раза нажимаем и меняем режимы. Такой вот переливающийся полицейский, кстати, ему идет серый цвет, такой прикольный. Ну вот, еще раз мы с вами посмотрели на него. В принципе, что можно сделать? Можно поставить сюда еще дополнительный свет. Далее можно поставить сюда дополнительный свет и вот сюда на тормоз тоже можно сделать. Еще солиднее будет. Здесь очень удобные крепежи. Вот это все съемное. Здесь съемные канистры. Здесь съемная лопата копийная. Далее. Красивый багажник наверху. И вот такая крутая лестница. Оп, которая откидывается. Чик, и защелкнулась. В принципе, все симпатично. Сюда мы с вами опять добавим наших наклеек. Вот. И не знаем, поедем мы с ним сравнивать его с первой белугой или нет. Не могу вам точно сказать. Вот. Но вот сравнить с кабаллой, с белугой, которая не белуга. Цвет разный. Сейчас я люстру выключу. Свет выключу. Смотрите, цвет это серый, это вот другой. Я говорю, он серо-голубой такой. Он интересный. И вот смотрите, их, так сказать, разница. Что вам больше нравится? Кстати, вот эти колеса пошли бы туда, мне кажется. Они прям поздоровши. Я обязательно примерю и сфоткаю. Так что смотрите все в группе ВК. Ну все. На этой нотке я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.